как они там все далеко находятся. Вау! Я уже вся мокрая. О май гад! Мы сегодня пришли на пляж вот сюда, не просто так. Да. Что будем делать? Рассказывайте. У нас сегодня будет серфинг, мы будем втроем серфить и плюс будем фотографироваться и снимать видосики. У нас будет профессиональный фотограф, мы его специально здесь купили. Заказали. Заказали, за целый час будет делать, ну, клевые красивые фотки, которые мы выложим обязательно в нашем телеграме-канале. Поэтому, кто в Телеграм еще не подписан, у нас там уже более 120 тысяч, подписывайтесь. Там будет все самое первое. Да мой тоже, потому что я завидую. У них 120 тысяч подписчиков, а у нас там 20 тысяч подписчиков, поэтому бегом к наш. Нам нужно еще 100 тысяч добить. У нас тут такая вот еще качелька есть. Чтобы фотографировать так далеко, у нас вот такая большая-большая пушка. Тут для того, чтобы, вот видите, достать... Как они там все далеко находятся, чтобы вот это вот не приближать, и чтобы качество было хорошее, нужен фотоаппарат, конечно, классный. Я тоже попробую снимать, я взяла с собой чехол, я тоже зайду в воду, буду их фотографировать, снимать, но качество телефона и фотоаппарата, это, конечно, несравнимые вещи. А еще, кстати, все хвалят мою шляпу здесь. Ко мне подошло несколько человек и сказали, что я прям не мадам. Оу май! Между прочим, она у меня уже, я не знаю, я не помню откуда, мы давно ее покупали. Все, пошли. Звук у меня уже, наверное, не очень хороший, потому что я засунула в чехол телефон. Все, Дима уже пошел, Даню прицепили. Сейчас будут прицепливать Милану к профессиональному борту. Милана уже занимается на более профессиональном, да? Да, это гипс для того, чтобы не скользить, да? Так, ну что, вот мои красавчики готовы. Наш фотограф тоже вон там вот готов. Волны готовы. Стартуем! Что делаем? Стартуем! Сегодня, честно говоря, вода холодная. Ой, как неприятно им будет сейчас падать. Просто чтобы вы понимали, я уже вся мокрая. Просто очень сложные условия для съемки на самом деле. Так, Танюшу пустили уже. Мой мальчик хорошо катается. Да, мой умничка, мой хороший, катается он красиво. Умеете, могете. Сейчас, Милана, погнали. Вот она, моя девочка. Вау, меня снесло вместе с Миланой. Так. Невозможно снимать. О май гад. Едет Дима, Дима, Дима едет. Давай. Вот, и меня смыло. У-ху! Данюшки. А еще есть такой риск, что если волна его снесет на меня, то меня долбанет лодкой. Да спой, точнее. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Они их одновременно хотели запустить. А у Димы не получилось, видимо. Так, что-то у меня тут. Диалоги, диалоги, тет-а-тет. О чем-то там они общаются. Диалоги, тет-а-тет. Мазочка!
сегодня серфили, а теперь купаем малыша в морской воде. Вот тут у него морская водичка. Вот он купается в ней, да? В океане, у него местный океан такой. Напитываем малыша солнцем, солями всеми, всей пользой. Стараемся ему тоже пользу дать. Да? У нас кожа немножко раздражительная, чувствительная, поэтому стараемся подлечить ее пока здесь. Первый раз, когда купали, ох, как он дико орал. Прям ух! Кстати, об этом подробнее написали в нашем телеграме. Там переходите. У нас там уже очень много подписчиков, поэтому подписывайтесь, не забывайте на наш ТГшку. Надо немножко свои желудочки набить, немножко пухляшами стать, так сказать, а потом заново идти заниматься спортом, да? Дети, короче, давно просили пиццу, вы просили, наконец-то, середина отпуска уже, первая пицца. Короче, да, Милан? Да, короче, смотри, что мы сейчас нужно снять. Это я снимаю, да, не ешь. Вот это у нас всегда так. Даня хочет есть, нет. Милан снимать. Дань, пока не трогай. Уже вечер. И фотографии наши прибыли. Сейчас будем скидывать их и грузить, я надеюсь, куда-нибудь в наш телеграм, в инстаграм. И вы сможете их посмотреть. И нам будет память. Смотрите, какой закат классный.